У нас ничего не меняется. Школа первый день, да. Это все мои ребята. Ебали! У нас 17 градусов. Пустая гостиница. Не облачко практически, нет. Вот с той стороны немножко начало затягивать. С утра вообще было не облачко. В общем, да, у меня сегодня очень большая банда. Люди, которые катались вчера, часть пошли сегодня в школу, плюс полная группа школы. В общем, будет весело и классно. Занятия будут проходить прямо недалеко. Я думаю, вот здесь, наверху мы будем. И чуть подальше проедем. Потому как, во-первых, большая банда. Во-вторых, везде все выкатано. И за снегом ехать бессмысленно, потому что у нас школа. И, собственно, нам важно научиться, а не покататься. Это сервисная зона, ребята, и это бундокер, да, бундокер, на котором стоят уже 34-е рычаги и лыжи Pilot DS3, а блейды уже сняты, и снят капот. Вчера мы снимали серию про бундокер, как я делаю из бундокера эксперта, и я хотел в сегодняшней серии рассказать про бундокер, но проект не закончен, потому как... Мы ставим вынос руля, а вынос руля на старых капотах, вот на таких, как стоят на бундокере и на старых экспертах, подразумевает то, что его нужно резать. Резать и заклеивать специальной вставкой, специальным герметиком. Вот здесь. И, соответственно, нужно, чтобы этот герметик высох. И вчера просто мы не успели это сделать. Целый день занимались снегоходом. Значит, и потом начали вот вклеить, ставить вынос. Соответственно, я не доснял весь материал. Сегодня вечером мы соберем, я досниму, расскажу. И в завтрашней серии будет про бундокер. Один из комментариев под последним видео касается гаража. И, соответственно, перед выездом давайте я на него отвечу. Алексей, привет из Архангельской области. Скажи, после катания вы снегоходы чистите от снега? Мне кажется, если не чистить, то гараж утонет. Я чищу, иначе потоп в гараже. Спасибо. Нет, мы ничего не делаем со снегоходами, не оббиваем их. Вот как приехал, сразу же заезжаешь в гараж, и все нормально. Почему? Потому что в гараже, во-первых, теплый пол. По всей территории гаража теплый пол. Во-вторых, есть вот такие вот специальные дренажные отверстия, и весь пол под уклоном. То есть снегоходы приехали в снегу, с них начал снег таять, снег, лед, и начала бежать вода. Вся вода стекает вот сюда, в дренажное отверстие. И снегоход буквально через пару часов, 2-3 часа, он абсолютно сухой, потому что пол здесь реально жарит. В гараже жара. Я вот сейчас в шапке, но... Я реально мокрый, хотя на улице там 18 градусов. Поэтому снегоходы всегда сухие, всегда чистые, и никаких проблем с потопом нет. Буранчик не заводился несколько дней. Такая большая изморозь, причем весь. Ну, ночуют они на улице, поэтому в таком виде. Ничего страшного, где-то уже его приложили. Новенький буранчик. В общем, ладно, ребята. Хорошая погода, хорошая компания, большая группа. Солнцезащитные очки со мной, поэтому не будем терять времени. Погнали. Oh,
Кто смотрит меня давно, они знают, что у нас первый день начинается очень весело. И вот так ребята гоняют в горку. Это упражнение «Работа с газом». Самое базовое первое упражнение. Если не нажимаете на газ, то у вас ничего не получится. Будете постоянно падать и тому подобное. У меня сегодня очень большая банда. И мы сегодня этот склон укатаем в абсолютный бетон. Там вот чуть подальше уже укатано все. Здесь еще нормально, можно. И потом поедем вот туда, на тот, на следующий учебный склон. Все, в общем, ребята работают с газом, разминаются. Потом пьем чай и переходим к постановке на одну лыжу. Вчера не было видео, потому что у нас в первой снегоходной онлайн-школе был вебинар. Участвуют в школе более 100 человек, учатся, занимаются. У нас есть статистика, как кто смотрит, загружают, выполняют задания, снимают на видео, загружают это все. И вчера был вебинар, закрытый кулуарный вебинар, только для участников первой снегоходной онлайн-школы, где мы общались. Ребята задавали вопросы, как, что непонятно, там по настройке подвески, по упражнениям, там спрашивали даже про камеры. В общем, пообщались, ответил на вопросы, полтора часа, прямо очень позитивно, очень хорошо, все четко по делу. О, хорошо нажимают на газ, хорошо вообще, отлично. В общем, первая снегоходная онлайн-школа прошла она отлично, но она еще не прошла. Закончилось 3 недели с момента начала обучения, то есть некоторые люди уже прошли весь курс. И вчера были такие вопросы, например, а что дальше? Давай там сложные элементы. И про сложные элементы я расскажу чуть попозже. Вот правильно, кстати, нажал на газ, снегоход начало тянуть в сторону. Переносишь вес тела, давишь подножку в ту сторону, в которую нужно ехать, все, снегоход выравнивает. И это нужно делать именно, когда нажимаешь на газ. Не в момент отпускания газа, либо когда газ уже нажат, а именно, когда только нажимаешь, когда гусеница проскальзывает. В общем, ладно, все, заканчиваем. Первым упражнением мы переходим ко второму. Постановка снегохода на одну лыжу. Сейчас будет теория 20 минут. Покажу, как это делать, расскажу всю физику, механику. И ребята начнут выполнять упражнения, а я буду пить чай. А пока я рассказываю, они смотрят и пьют чай. Вот так у нас проходит обучение. И отдых, и тренировки, и хорошая погода. Кстати, люблю школу, когда вот такая погода. Снежочек хороший, пропиливает все. То есть нет такого прям бетона с настом, в который ты запиливаешь снегоход, он не запиливается. Нет, все хорошо. Во, все правильно. Все хорошо, снежочек мягкий, рассыпчатый. На улице типа там 4-5 градусов, солнышко. Опять надо балаклаву снимать, чтобы загар был ровнее. Спокойно попили чаю, поговорили, не дует, красота вообще. Такая вот природа рядом, горы. Вообще супер.
Сейчас вертолет пролетал, Робинсон. Я думал, как в прошлом году сюда сядет. Нет, куда-то дальше полетел. Но, скорее всего, все равно надо заправку сюда сядет. Надо его, ему дозаправиться. А где это делать? Конечно, только в цирке. Здесь такие поля. В общем, ладно, переходим ко второму упражнению. Теория закончилась. Ребята попили чай. И сейчас поедут на склон уже. Вернее, начинают здесь на полянке, на небольшом уклоне, а потом уже поедут на склоне ставить снегоход на одну лыжу. Это люди увидели снегоход только сегодня утром. Я рассказывал, где газ, где тормоз, как запускать. В общем, и уже медленное траверсирование, еще до обеда. Ну, парни стараются, им тяжело, конечно, но тем не менее, стараются, занимаются. Все, все выполняют. Слушайте, хорошо. Это медленное боковое траверсирование. Так надо, чтобы почувствовать, как гусеница запиливается. Только после этого уже нормально поедем в траверсе. Зачет. Вчера на вебинаре первой снегоходной онлайн-школы поднимался вопрос, а что дальше? Вот мы научились ездить траверсой, в принципе, ездим по склону вверх-вниз, влево-вправо, ставим снегоход на одну лыжу, все, и поехали в траверсе. А что дальше? Давай, Алексей, снимай про сложные элементы. Реентри, хоповер, 360, нижний хоповер и так далее. Значит, ну, ребят, такой вопрос неоднократно уже возникает и в моих видео, в комментариях под моими видео, что люди просят, есть обучающие видео вот по траверсированию, там, по постановке снегохода, то есть по базовому уровню, давай продвинутый дальше. У меня есть несколько видео про то, как я учил людей хоповеру. Называется, серия этих видео называется «Хоповер за один день». Там есть видео, как воевода учился хоповеру. Парни, кто хочет научиться делать хоповер, к Алексею Новикову приезжайте. Потому что если я вас буду учить, боюсь, что вы покалечитесь. И виной этому будет не снегоход. Понимаете, да? Такое очень интересное видео. И вот как раз, когда я снимал эти видео, было очень много моментов, когда снегоход падал на человека, когда его придавливало. И это связано, исполнение этих элементов, и тем более их обучение, связано с большим риском. То есть, я, окей, я сниму видео, расскажу все, вы выйдете на склон, начнете заниматься, и вас придавит снегоходом. Одно дело — это базовый уровень на небольшом склончике, где вы сами можете позаниматься безопасно достаточно. Другое дело, что хоповер или там реентри нужно делать уже на серьезном угле, где каждая неудавшаяся попытка может закончиться тем, что вас придавит снегоходом. В прошлом году у меня был такой случай со мной, когда я, бывает, просто подустану, и вместо реентри снегоход падает на тебя. То есть не докручиваю снегоход, он падает. Oh,
В этом году точно так же был у меня вот недавно на днях случай, когда я там на камеру несколько раз прыгал и один раз отпустил снегоход. Ну, здесь просто отпустил, он вниз скатился. Хорошо, что там деревья были далеко, снегоход просто остановился. Ну ладно бы разбился снегоход, и ничего страшного, снегоход чинится. А вот если вас придавит, не дай бог там поломает, это будет хуже. И это лишь одна причина, почему я не снимаю такие видео. Вторая причина — это то, что люди толком еще в траверсе не научились ездить, они уже хотят реентри, хотят хоповер, потому что это модно, стильно, молодежно. Ребят, к таким сложным элементам нужно подходить, когда вы со снегоходом уже единое целое, и у вас не возникает никаких проблем с траверсой на любом уклоне. Когда вы можете стабильно ехать в любом уклоне, вы даже не задумываетесь об этом. Тогда да, тогда нужно уже прогрессировать дальше и разучать такие сложные элементы, которые повысят ваш уровень катания. Но когда вы катаетесь эпизодически 1-2-3 раза в сезон и приезжаете и говорите, надо вот мне освоить хоповер, и мы выезжаем в склон. У меня был такой случай, когда человек приехал и заявляет, я там катался у всех, я уже очень хорошо катаюсь, нужно освоить хоповер. Я говорю, без проблем. Выезжаем на склон, там деревья, естественно, склон уже хороший. Я проезжаю, человек едет за мной, не справляясь с управлением, отпускает снегоход, снегоход скатывается с высоты там 30-40 метров, бьется в елку, и капот, бампер, лодка, там еще что-то насчитали ему под 150 тысяч рублей. 10 минут катания, 10 минут и 150 тысяч рублей. Естественно, ни о каком хоповере речи быть не может. Поэтому сначала вам нужно... Вот-вот, примерно такая же ситуация. Естественно, вам сначала нужно накатать опыт, накатать свой скилл, чтобы вы были со снегоходом практически единым целым. И даже после этого не факт, что у вас получится, потому что на моей практике люди хоповер разучивают годами. У нас есть несколько товарищей с воеводой, которые учили хоповер 3 года. 3 года ездили целенаправленно, приезжали по 10 раз за сезон сюда в Приисковый, и каждый раз: «Леха, нам нужны стеночки, нам нужен хоповер», и все, я ехал, и мы долбили эти стенки целенаправленно там 5 дней подряд. Потом он уезжал, приезжал на следующий месяц, опять мы, и на это уходили года. Так что, ребята, нужно кататься, нужно получать опыт и после этого уже переходить, да, на следующую ступень развития своего снегоходного мастерства. Так, академическая гребля продолжается поперек склона, уже ездим все туда-обратно, все хорошо у нас. И сейчас будем переходить уже на больший уклон, потому что здесь уже все хорошо у ребят получается, претензий абсолютно нет. Какой вид отсюда открывается. И пока у меня есть 15 минут времени, пока ребята пьют чай, отдыхают, рубрика «Вопросы и ответы». Алексей, приветствую. Видео огонь, смотрим, слюни текут. Хотел спросить, как быть? Понятно, что ответа нет 100%, есть 400 тысяч рублей. Что выбрать? XP? Нежелательно. Polaris, думаю, будет в дрова за эти деньги. Да, все верно. С котами засада на рынке в плане запчастей. Что брать-то? Я думаю, за 400 тысяч рублей пока что ничего не возьмешь, нужно ждать лета. Летом, вполне возможно, я не уверен, но вполне возможно, будут на рынке XM. Вообще, BRP лучше, конечно, брать с платформы XM. В прошлом году, не этим летом, а прошлым,
Я покупал за 400 тысяч рублей хороший XM в очень хорошем состоянии с пробегом 4+, 4000 плюс. В принципе, я думаю, что реально найти, летом поторговавшись, найти за 400 с копейками. До 400 тысяч рублей купить хороший снегоход проблематично, ребята. Если брать, то нужно искать, конечно, Articat, M-серию, M800 начиная. M8, конечно, там это уже морально устаревшая платформа. И 400 тысяч рублей за нее отдавать прям очень тяжело морально. И плюс еще не найти их живых, их в принципе уже не осталось. M800... Они еще есть живые, и их можно найти. 350-400 тысяч рублей. Но надо понимать, что да, есть проблема с запчастями, с расходниками. Ну, есть Соединенные Штаты Америки. Можно летом заказать спокойненько и купить себе там небольшой ZIP. Но лучше, конечно, брать XM. На XM и запчастей, и расходников все есть в наличии всегда. И при том, что стоит... По сравнению, если там брать какие-то аналогичные запчасти, бывает даже дешевле. Потому что можно найти БУ запчасти, разборки есть. XM-ов, кстати, очень много в разборках находится. И я покупал приводной вал на проект на свой позапрошлогодний, как раз БУ. Поэтому ищите XM-ы. Леха, привет! Если не ошибаюсь, то в прошлом году в США была презентация электроснегоходов «Тайга». В этом году как-то все подзатихло по ним. Проект не удался или что с ним стало? Слышал что-нибудь по ним? Но про «Тайгу» я мониторю информацию постоянно. Вообще, они на этот сезон собирали предзаказ. И я даже хотел, у меня было желание, но... Желание не было подкреплено финансово. Я хотел даже заказывать эту «Тайгу» себе. Поэтому не знаю, ничего не слышал о закрытии этого проекта. Пандемия нанесла удар по всем, поэтому и «Тайга» не исключение. Я думаю, у них какие-то задержки. Проект развивается, и вообще электроснегоходы, я думаю, что скоро появятся. И не только «Тайга» будет. Будет у BRP открыто подразделение целое большое по электрификации всей вот этой техники. Поэтому вполне возможно, скоро увидим гибриды. Вполне возможно, скоро увидим чистые электрические снегоходы. Все дело в батарейке. Если будет хороший элемент питания, который не будет терять емкость на морозе, а это главное сейчас. Опять сходят склоны. Но, скорее всего, это садятся, это не лавина. За моей спиной такой шикарный вид, я думаю, там где-то и сел склон. Так что в ближайшее время электричество появится в снегоходах, я думаю, вообще в полном объеме. Все дело в батарейке. Алексей, привет из Вайоминга. О, ребята, как я хочу в ваши края приехать. Надеюсь, что в ближайшие годы это получится. Хотя у меня виза американская кончилась, надо новую получать. Вот как это все срастется, обязательно к вам приеду и вместе катнем. Спасибо за контент. Вопрос про подтяжку трека и про проверку масла в коробке. Как часто посоветуешь это делать? Про масло в коробку думаю, что просто, чтобы не вытекало каким-то образом. Масло в коробку просто не забивайте себе голову. Оно меняется согласно регламенту на 1500 километров, на 3, потом дальше, там, я уже не помню, по-моему, на 6000 километрах. Ничего ему никогда не бывает. Меняйте согласно регламенту, и все замечательно будет. Что касается гусеницы, то, опять же, есть инструкция по эксплуатации, там сказано: получаете новый снегоход, через 150 километров подтягиваете гусеницу первый раз. Лучше купить линеечку, специнструмент, с помощью которого проверяется натяжка гусеницы. Специнструмент позволяет замерять силу, с которой вы давите, сколько килограмм давите, и смотреть, насколько прогибается трак, и, соответственно, натягивать больше-меньше. Делать это нужно через 150 километров, это на новом снегоходе, потом на 500 километрах, потом на 1000 и на 1500, а далее через 1500. Это все написано в инструкции по эксплуатации. Делается легко, центровка проверяется легко, все это можно делать в обычном гараже без каких-то специальных навыков. Если дилер рядом, то лучше, конечно, отвезти дилеру, чтобы он это все сделал. Добрый день!
Алексей, а существует ли конкуренция или, не дай бог, конфликты с инструкторами, гидами из других школ? Просто ни у тебя, ни у других не видно, чтобы вы как-то пересекались. Естественно, как и в любой конкурентной среде, у нас здесь очень высокая конкуренция. Ну, не у меня. У меня все с конкуренцией нормально. У меня загрузка 100%, и я даже больше. Я загружаю еще инструкторов, которые у нас работают. А вот в других гостиницах есть инструктора, у которых загрузка не очень, и они по этому поводу очень сильно злятся и обижаются. В том числе и на меня, что вот я там снимаю видео такой популярный, ко мне все едут, а остальные гостиницы сейчас курят бамбук. И инструктора, соответственно, тоже. А это деньги. Они на эти деньги живут, содержат свои семьи, если они у них есть, и, соответственно, бьются за каждую копейку. Так как конкурировать нормально они не могут, показывать свои сильные стороны, как-то развиваться и правильно конкурировать, то они конкурируют грязными методами. То есть поливанием всех остальных, унижением и тому подобными вещами, которые я в принципе не признаю и стараюсь быть выше этого и не ввязываться вот в эти все конфликты. 4 года назад, когда я начинал, что писали и что вообще творилось здесь у местных инструкторов, тут такое было, просто вообще жесть. Сейчас это все поутихло, как бы до некоторых стало доходить, что благодаря мне приисковый развился до таких масштабов, и сюда приезжают люди. Они посмотрели меня, увидели, приехали, поучились и начали ездить сюда. И от этого выигрывают все гостиницы, другие, не только наша. Наша практически всегда занята. Другие инструктора. Вот конкретно у меня сейчас катается группа уже несколько дней, а сейчас началась школа. И часть этой группы, она катается сейчас с другим инструктором. И если бы ко мне люди не приехали, этот инструктор бы тоже сейчас сидел и курил бамбук. А так, я загружен, и у меня покатались ребята, и потом у других инструкторов покатались, и от этого выигрывают все. Но, к сожалению, не всем дано это понять. И поэтому возникают конфликты, естественно, конфликты есть, от этого никуда не уйдешь. Я не ввязываюсь в конфликты, я ни с кем не конфликтую. Если кто-то начинает писать что-то, я просто не обращаю внимания, либо просто баню и забываю вообще. У меня есть чем заниматься, у меня есть куда развиваться и что делать. И куча проектов, и просто вот нет времени на то, чтобы вот этим всеми вещами заниматься и вообще обращать внимание на это. А что касается того, что я не снимаю других инструкторов, я снимаю других инструкторов. В своего дай две серии, пожалуйста, еще подкаст. Дениса Евграфова мы катались, тоже снимал. С Ильей Невольным не удалось катнуть. В прошлом году мы катали на тестах. В этом году все очень заняты. Опять же, загрузка. Из-за чего? Потому что место популярное, потому что люди едут сюда кататься. Снимать людей, кто в соцсетях там на тебя выливает тонны непонятно чего, непонятно каких комментариев, ну, я считаю, что это не совсем правильно, как бы пусть они идут своей дорогой, я иду своей дорогой. Я придерживаюсь одной и, на мой взгляд, верной позиции, это не ввязываться ни в какие дрязги, не опускаться до их уровня, если они позволяют себе комментировать, причем с матами, и обсуждать меня, то, ну, это их право, пожалуйста. Но я в этом не участвую. У меня есть очень хорошая тема, я снимаю видео и полностью 100% времени поглощен этим занятием. Прекрасная погода, тепло, хорошо, посмотрите, какой вид, а?